Здравствуйте, я Евгений Сиважилис, и сегодня я буду делать селфи с тобой. Я так думаю, в этом сезоне собралась команда, та, кто хочет доказать и себе, и всем, что не просто так сюда приехали завоевать медали. Тем более за нами стоит клуб такой, который... Все-таки 3 чемпионства подряд и продолжать их традиции, которые они зародили, уже можно так сказать. Сезон 11-12. Хотелось как можно больше провести время, принести пользу, находясь в одном из лучших клубов России и мира. Безусловно, хотелось задержаться. Такой основной задачи, так сказать, это не было. Удалось задержаться на 6 лет. Какие-то цели выполнить, какие-то нет. Поэтому двигаемся вперед. Полуфинал был обыгран Трента. То есть там тот соперник, который... не давал «Зениту» какого-то прохода дальнейшего во всех предыдущих годах. Это победа такая, наверное. Безусловно, можно ее объединить вместе с победой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Один из самых лучших матчей, я считаю, для клуба, наверное, да, на данный момент. Отличнейший яркий матч – это со «Скрой», пятисетовый. Для болельщиков это тоже яркий момент был, очень ярко запомнить. Наверное, тогда был шанс, которым я воспользовался для того, чтобы задержаться здесь на 6 лет, как показало время. Видимо, это был тот момент, он действительно очень яркий для всех. Для меня, для клуба, для болельщиков. Приятно от них это слышать, что они помнят еще то время. Питание, правильная нагрузка, главное желание. Самое главное, хорошее питание, качественное должно быть, вовремя, часто, по чуть-чуть. Главное желание, желание и труд, и все перетрут. Спасибо. Смотрите «Зенит ТВ». Безусловно, были яркие победы, были яркие поражения, которые никто не любит, тем более в данном клубе. Чемпионат после Олимпиады 12-13. Рафкат Абулхаевич сказал, там, бронзовые пуговицы, да, были завоеваны там, все 3 места. В то же время с медалями, но здесь они не считаются. The taste of candy and salt drives me for more. Тяжелейший сезон был 13-14, по-моему, где мы в Екатеринбурге финал 6 играли. До этого было все проиграно, там никаких золотых медалей. И это был такой последний карт-бланш, которым мы воспользовались. Опять же, так не очень начали, но в то же время закончили на мажорной ноте. Сил что-то пока не осталось. Пока еще после игры нас немножко, меня, по крайней мере, отпускают эмоции. Сейчас немножко это осознаем. Рады, опять же, рады за команду, за нашу команду, что мы показали, как мы можем играть. Может быть, это не супер волейбол, но показали, это самое главное. Все-таки золотая оказалась. You're resting by my side. Those broken glass and shattered masks cloud my mind. 80-е, Лёха. With your ballpoint pen. Say you love me again and again.
На силосы! На синесы! Прощай, золотая! Спасибо, спасибо за ваше боление за нас, за переживания. Рады, что так закончилось. Спасибо вам огромное. Приходите на волейбол, на Зенит. Смотрите Зенит ТВ. До новых встреч. Победа вот в кубке в Белгороде, когда мы там тоже ни одного сета, по-моему, не проиграли. Несмотря на счет, на все матчи там то, что 3-0, там разница в 2 очка там во многих партиях, поэтому могло быть 0-3. Матчи все были сложные. Рад, конечно, что там эту серию кубковую прервали наконец-то. Яркий, да, момент, то есть финального матча на мажорной ноте, там тремя эйсами, конечно, да, это из памяти не стереть ни у кого. Не только у меня, то есть у многих людей, то есть об этом даже сейчас вспоминают, и в том числе игроки. Ну да, риск поймал это действие, почувствовал, так сказать, на 100%. И ну, немножко везения, немножко желания, всего по чуть-чуть. Told me love, there's nowhere left to run. Конкуренция, она всегда может быть, нету там таких людей незаменимых, да. Точно так же я сначала играл, добивался места в составе, пришел там Лео, Мэтт, то есть это нормальная ситуация. Но опять же, там от травм никто не застрахован. Как вот у меня случилось, была проблема со спиной, полсезона практически было потеряно, и решили всю проблему, это самое главное, то есть вернулся в строй. Женя дал шанс, сыграл молодец. Все, что он может хорошо делать, сделал хорошо. Дождался момента, наконец-то. Спасибо, доверил, вот, пожалуйста, с удовольствием, с большим, готов приносить результат положительный. Никаких претензий быть не может, жизнь продолжается. Конкуренция никому во вред никогда не была, и сюда я шел именно за ней, за этой конкуренцией, потому что здесь были на тот момент собраны одни из лучших игроков. Конкуренции, ну, мне кажется, я бессмысленно боялся. Само название мне импонирует очень сильно, поскольку я уважаю этого человека. Вот он мой сосед. Уже приклеили, кто это сделал? Тут 17-й номер всегда висел со мной, сидел со мной всегда Владик. Вот, поэтому, поскольку к нему испытываю огромное уважение, очень хороший человек, очень хороший друг, партнер, я не знаю, надежный товарищ. Безусловно, приятно попасть туда. Спасибо ему, что он находится здесь, что клуб назван в его честь, и я попал именно в этот клуб. Когда начинаешь глубоко в это даваться, конечно, тяжело становится, вот. Но детей я люблю, и своих, и всех вообще. Они там для меня все как свои, можно так сказать. 21 days. Евгений Силавелев, добрый день. Очень жалко, что вы уходите из команды «Казанский Зенит». Я вас очень люблю. Приходите к нам после урока. Я за вас очень болею. Желаю счастья, здоровья и чтобы он хорошо подавал.
Carolina. I've been looking for the time to tell you. Очень легко удалось это решение, но оно осознанное. Были сделаны выводы, была найдена новая цель, новое направление, которое, в какую сторону двигаться. То есть я хочу найти то свое состояние, в котором я был здесь, принося пользу. Вот. Ну, когда я его найду, надеюсь, я смогу принести пользу команде. Абсолютно не исключаю возможности вернуться, как с моей стороны, так и со стороны руководства. Мосты сжигать я не собираюсь. Это же услышал в ответ от руководства, поэтому время покажет. Немножко ситуация такая специфическая, потому что все-таки почти год пропустил из-за травм. Только-только начал набирать там форму. Может быть, кому ему больше можно было доверить. Поэтому сегодня он прекрасно понимает, получить там больший объем игр. Ему надо выглядеть очень сильно. Это точно такое же желание – поехать играть. И хочет найти, где будет играть. Leave the money on the table and the silver and the halos of the angels in her sky. But I adore you. And so I'm getting on this train home and I'm letting all these stars go. I'm sleeping through the night. Since I told you that I love you and you said it might be true. But you treat love like a firework just to keep the sky amused. And you might find that over time and once the fire burns the fuse, you still stand too close. Во-первых, поблагодарить болельщиков. Наверное, в первую даже очередь спасибо им за поддержку огромное, спасибо за все, спасибо за то, что вы есть, за то, что вы приходите, смотрите на нас, радуетесь с нами. Очень рад, что было больше положительных эмоций, но в то же время были минуты горечи, которые вы также не отворачивались от нас, были с нами до конца. Всем болельщикам огромный респект и продолжайте ходить на «Зенит Казань». Ну и девочек не забывайте поддерживать.